Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами я, Красов Сергей, и сегодня мы будем искать грифера, на которого мне пожаловались, почему-то в Блокстрайке. Да, на этом сервере. Мне сказал один пацан, когда я играл на серваке, этого пацана. И все, тут какой-то грифер. Снеговик, это не ты грифер, нет? Ты так не пялься мне в глаза. Так, ладно, давайте мы его искать будем. И когда я его найду, тогда я и продолжу. Все. Ребят, спустя где-то минут 5 я нашел этого грифера. Вон он, ребят, видите? Черт, он идет сюда. Окей. Мы сейчас его должны проверить. Пишем ему. Он синий почему-то, а я красный. На сервере игроков нету, все отключились, только этот грифер остался. Он хочет всех загриферить. Да давайте мы сейчас хэдшот дадим мне. Лучше не будем, а то он сейчас наверное, загриферит. Нафиг, и все, и будет очень... Тебе тоже привет! Ну ладно. Давайте мы напишем... Что делаешь? Ребята, вы смотрите, какой у него скин. У него профессиональный скин! Начитерил! Начитерил, паскуда! А чё у него на А12? Если он легендарный, то он точно себе читер. Он грифер, а не читер. Грифер и читер — это разные вещи. Еще пули! Да, он ищет пули. Это легендарный скин! Что? Ну, это базовый. На тебе пинка. Давайте мы напишем. Можем, но... Вайки. Он меня убил! Ребята, он грифер! Он грифер, все по-любому. Ребята, он грифер. Даже без вопросов. Извини. Это он мне написал. Ну ладно. Извиню. Да. Что делаешь? Что он делает, ребят? Ну да, я встал сюда еще. Мне тут стоять, что ли? Я не понимаю, что он делает. Все. Ну что? Ребят, если что, у меня пистолет наготове. Ладно, подождем еще немного. Здесь он меня сейчас не грохнет. Открывай подарок! Ну ладно, сейчас. Его нельзя открыть. Сейчас я ему напишу. Это текстура. Это текстура. Ребят, понимаете, я проникаю в этот подарок. Это простая текстура. Как? Сейчас запишу ему. Потому что... Потому что я... Сейчас. Каю. Потому что я в него проникаю. Ну, ребят, это серьезная текстура, смотрите. Видите? Даже пули проникают. Ребят, я застрял. Читы тут свои подрубил. Да, хорошо, у него дроп. Тут скопировали, наверное, с кэски. Ну, как? Как?
Ты что-то мне отправилось в чат и ушло. А снеговик нет. Он серьезно думает, что снеговик нет? Ну, снеговик как ёба. Туда. О, кот. Да, я. А кто ёба? На зомби. Выживание. Тут просто сложно писать, ребят. Я вернусь, как когда убей. Убей. Ребята, он пишет два раза. ребят. Грифер, нуб? Что? Ребят. Это читер. Господи, что он делает? Ребята, даже вот смотрите, через снеговика пули проходят. Вот видите? Блин, он еще не грифер, придется не выпускать этот видео, наверное, потому что он не грифер, это нуб грифер какой-то. Чё? Какого фига он меня убил? Ребята, ну хоть я рад, что он грифер, хоть я не зря это снимаю, ну пошлите. Ты чё делаешь? Нифига себе. Нет! Ребята! Мы должны его завалить. Все. Позову. Я сейчас админа позову. Я его убил, ребята. Это, ну, хоть админов тут и не бывает, но все равно. Чтоб он боялся. Давайте мы сейчас хедшот дадим. Ребята, он нас кохнул, друзья! С глока. Короче, все. Я беру себе супер дробовик. Нужен такой скин, чтобы забанить. А он должен нас грохнуть. Давайте его забаним. Нет, не банится, блин. Я это стреляю. Ну ладно, давайте. Давайте немножечко сейчас еще грохнем. Чё? У него пулемет! Ну все, у меня дробовик, которым я его сейчас забаню. Да, ребята. Хедшот надо ему дать. Блин, а не получается, нас его забанит. Забанит. Он получается, отключится от этого сервера и не сможет больше в блок страйк зайти. Я ему хп снес, но грохнуло нас. Давайте. Беги, грифер, сейчас забаню. Убью. Нет, перезарядка была. О май гад. Я просто... Как бы немножечко... Все. О, отключился, ребята! Ребята, вот это было жарко! Способен на дробовик. Да, ребята, вот такие у нас пироги. Да, ребята. Ну что ж, ребята, кому понравился ролик, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Крафтов Сергей. Всем спасибо за просмотр и до завтра. Гриферы, блин, вообще тупые какие-то. Ну ладно.